Всем привет! С вами Стофити и компания, я Саня. Я нахожусь в Харьковской области, вот на этом вот водохранилище. Это недалеко от поселка Краснопаловка. Сегодня мы будем здесь рыбачить карася, леща, карпа, судака, щуку. Все, что получится, если, конечно, поймаем. И сегодня у нас в компании мой друг Саня. Познакомьтесь. Да. Честно говорю, с ним больше всего проиграли в футбол, конечно. Ну, да. Нет, не проиграли, а поиграли. Мы все время выигрывали. Ну, давайте, вот. И его сын Кирюха. Вот Кирюха как раз что-то у нас тут тащит. Сейчас посмотрим. Поймал, не поймал. Но уже одного карасика вытащил. Рыбачим на кашники. Это кто знает, пружина, в ней каша. И на крючках находятся сухарики, либо перловочка, либо, как мы сегодня еще будем рыбачить, на опарыша с червячком. Да. Вот. Погода отличнейшая. Ночью у нас сегодня было 14 градусов, а сейчас уже все теплее и теплее, солнышко уже вышло. Рыбаков у нас море. Вон, видите, на той стороне у нас сколько уже рыбачат. Есть и с ночевкой, есть с сигнализаторами стоят, с лодками. Рыбачат вообще. Ну, вообще поселок Краснопаловка славится водой. У нас здесь вокруг нас получается три водохранилища. Это Князевская, Орельская и Краснопаловская. Да. Вот, и находится также еще река Орелька, тоже недалеко. Рыбные, можно сказать, рыбные места. Ну и сами знаете, лето есть лето, вода теплая, оно немножечко цветет, поэтому... Короче, будем пытаться смотреть, я думаю, наловим. Там подальше, в той стороне, у меня Леха сидит, брат мой рыбачит на фидеры. Ну, а мы здесь решили толпой посидеть. Я ловлю на вот эти вот удочки. У меня здесь на одной перловочка, это на левой. Кореш у меня так ловит, старается изо всех сил. Как короб потащит. Вот, смотрите. О, какого. Маленького. У него рыба. Да. А на правой у меня опарыш с червячком. Ну что ж, пожелайте нам удачи. Ни хвоста, ни чешуя. Половим. Ну, опарыш подолжит. Да. Продолжаем рыбачить. Вот. Кирюхе у нас... Сколько тебе, Кирюха, 10? А уже рыбак еще тот. Уже рыбу тащит, уже психует, уже вовсю. И как так клевало, папа, ты мне раньше времени говоришь, что клюет. Да, Кирюх? Ну, вытащим. Кирюха, ну-ка, посмотри сюда. Познакомься с моими друзьями. У меня их немного, всего лишь только 1000. Всего лишь, да? Да. Ну, будем рыбачить, посмотрим и поклевки, посмотрим, какую рыбу будем вытаскивать. Здесь нам вчера пообещали, что мы поймаем леща, карася и карпа, да? Вот. Видите, он ловим вот такой вот пенопластик. На пенопласте. Есть тоже они и мясные, и кукурузные, и какие только не есть. Да, тут у нас и сухарики вон есть. Чесночный, кукурузный. Вон у Сани какая каша лежит на стуле. Вот он взял с собой стул, чтобы на нем сидеть. Но он решил это лучше всего дать. Приспособить по-другому. Да, снастям. Пускай они. Пока вместе. Да. Приехали мы
на машине, на BMW, вот пятой модели, да. Под названием «семерка». Опа, Кирюха, у нас тут. Хорошо ты была, да? Да, хорошо. Аж кивочек загнулся. Сейчас глянем, что он у нас тут. Что-то идет у нас. Да, вот так, вот такие вот у нас тут лещи клюют. Вот, как вот говорят, пока маленькие, за маленькими пройдет крупняк. Но мы вчера пробовали рыбачить, за таким крупняком пришла еще крупнее рыба, раза в три меньше. Ну, посмотрим. Карася, конечно, у нас тут расплодилось очень много. Я здесь буду 2 месяца, 1 октября только еду обратно, поэтому я думаю, еще и посмотрим, как у нас здесь будет рыбачиться на спиннинг. На щучку, на окуня. Пока его еще нет, он еще пока не живой, потому что вода горячая. Покупался, кстати, в этом году уже, искупался. Ох! Вот такую вот рыбу ловить одно удовольствие. Вон Кирюха какого вытащил. Поплавок. Кивок, а не поплавок. Ну как тебе? Понравилось? Кирюха, я не вижу этих самых. Эмоции. Там, ура, давай, Кирюха. Что, не будешь прыгать в воду? Еще одного ставлю. Еще одного? Ну все. Мы так сейчас наловим. Это уже карасики, так карасики. Вот мне это приятственно, да. Таких половить. О, это хороший. Сейчас снимать. Еще. Так. Ну что это? Я там думал. Давай. Не спеши, потихонечку. Не мотай. О, какая красотуля. Уж, Кирилл, бачишь? К нам идет. Вот он хороший. О, вот это уже карасики, так карасики. Конечно, он не клюет, Саня. А что он делает? Сразу. Смотри, Кирилл. Иди сюда. Иди ко мне. А он кусается? Не. Это уж. Это маленький, Ты его в руки можешь взять? Молодой уж. А можете в руки взять? Зачем его брать? Плавает. Пускай идет. Не надо, не прогоняй его, пускай идет. Я их боюсь. Вот так вот мы и рыбачим. Вот такая вот рыбалка. О. Пошло, конечно, не с утра, как мы думали. А что нас Сашка завез на какое-то место непонятно, вот таких вот таскали. А сейчас... Сашка показал. Да, а сейчас вот такие, во, уже. Уже вот такую вот уже ждем. Хорошо как. Нет ничего? Нет. Жалко. А так хорошо упал. Ух ты, Кирилл, вот рядом. О, это хорошо. Снимает, не переживай. Ого, папа, он собирает свою рыбу.
что-то не пускать? Да, вот таких вот мы выпускаем. Вот таких, да, мы выпускаем. Жопа. Смотрите, мы таких не выпускаем, смотрите. Это мелочь для нас. Мы тоже а большую рыбу мы... И такую выпускаем. Да, тоже. Такую не надо. А большую рыбу мы... Ну, да. А тоже, говорит, ты так... О, хороший. Вот это вот, серьезно говорю, хороший идет. Ну, не, папа, ты бачишь, яка идет? Смотри. Я же часто увижу. Вот, смотрите, какой. Давай. Хороший. Самый здоровый. Из всех. Давай, расти. И, а лучше всего, сейчас вот мы тебя отпустим, а ты позови бабушку, дедушку, а лучше всего прабабушку, прадедушку, ну и свои сородичи, там, карпа, сазана, леща. Давай, родной. А мы заканчиваем нашу рыбалку. Спасибо за то, что посмотрели нас. На Украине все-таки это не на севере. Видите, как отдыхали? В рубашечке, в шортиках. Кирюха и Саня вообще разделись. У нас такого на севере, конечно, невозможно, потому что сами видели и мошкара, и комары особенно. Просто не дали бы раздеться. А здесь чудненько. По рыбалке что могу сказать? Клевало лишь только на фидера, на пружины, удочки вообще не работали. Также не работал и червяк с опарышем, клевало лишь только на сухарики. Сухарики это медовые, кукурузные, чесночные. Ну кайф, кайф, ребят. Еще раз спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам самого хорошего. С вами был Стофик и компания, и я Саня. До новых встреч. Пока.